Вопрос, что это? И это, кстати, было такое. В прошлый раз на Оле я тоже заметил, что ты вот как-то это на одних и тех же персонажей все время попадаешь. Даже когда много арен. Это как с Мугеном, только на магнит, на персов. Ладно, ауру сейчас вообще подрубать не буду. Сегодня хоть поинтереснее, народ побольше. 2-3 волны. На меня повесилось, да? Угу. Вот я поэтому тебе и говорил, что лучше его не добавить. Оно еще тут хреново работает. Вон, у него прошло. Какого именно? Который со мной в Дискорде разговаривает? Не, Лёха его зовут. Вот он зря бегает. Он реально зря бегает. Я думаю, он хочет отбежать, то заюзать. Правда, ты его еще не пробил. Еще чуть-чуть один удар, и он будет юзаться. Кликнул только что. Слизил. Одрынь. Такого сейчас я этот додерусь и прочитаю. Остался. Угу. Он, походу, ешку одевал. Что-то у него ни дагер не одетый, ни танк. Только у ешки арканы. А, ну ДБ еще. В принципе, да.
Сколько того осталось? 28. Кончился. Ой, блядь. Ты без оружия? Да, я знаю. Я чуть немножко затыкал. Куда? Я вижу. Сейчас, мне кажется, арена кончится уже. А, в принципе, что я попробую вот здесь бить. Надо. Не, бить они. Ну, я этот. ДПС выиграл.